Второй день 7-й сессии Верховной Рады закончился безрезультатно. Дальше заявление о готовности к компромиссу дело не пошло. Партия регионов готова обсуждать изменения в Конституцию одновременно с работой над экономическими законопроектами. Участвовать в урегулировании кризиса, в том числе и уличных протестах, провластные депутаты не хотят. Ведь поскольку парламентская оппозиция не контролирует людей на улицах, значит и отвечать за их действия не может, считают регионалы. Я думаю, что с Майданом надо разговаривать отдельно, потому что когда мы задаем вопросы представителям нашей оппозиции, что если мы примем это решение, будет ли соответствующее действие на Майдану, они ответ на этот вопрос не дают. Или дают, что, говорит, мы не знаем. Переговоры силовиков с протестующими, в том числе с неформальным объединением «Правый сектор», который власти считают нацистами, дали первые плоды. Милиция и суды начали отпускать задержанных и арестованных активистов. Однако давление на майдановцев при этом не снижается. За пределами центра Киева протестующих по-прежнему продолжают задерживать. Через 12 дней истекает срок действия закона, принятого провластными депутатами Рады, согласно которому свободу активисты получат лишь в обмен на освобождение ранее захваченных административных зданий. Тем не менее, никто уходить с Майдана не собирается. По большому счету, люди очень мало доверяют политикам, как с того лагеря, так и нашим, так сказать, вождям. Это мое личное мнение и мнение большинства людей, которые находятся здесь, на Майдане. Назад дороги нет. Сколько нужно, столько и будем стоять. Как только срок действия закона завершится, массовые репрессии против активистов, скорее всего, возобновятся. Избежать этого можно, изменив строй в Украине. Она должна стать парламентско-президентской республикой. Оппозиция четко задекларировала, что если власть готова голосовать за любой законопроект, который поможет урегулировать конституционную реформу, то мы немедленно регистрируем такие законопроекты, ставим на голосование, и процесс пойдет. Однако провластные фракции в Раде не торопятся реагировать на предложения оппонентов, пока они готовы только создать комиссию, которая займется разработкой процедуры перехода к новой форме правления в Украине. Thank you.